вот смотрите, сколько за один бросок можно вытащить травы. Килограммы зеленой тины – пока что основной улов местных рыбаков. Заросшее водорослями болото, пруд девичьи слезы превращается каждое лето. Местные грешат на то, что при застройке микрорайона рабочие могли перекрыть сообщающиеся ручьи. Из-за этого водоем начал активно цвести. Я когда в 83-м переехал, метров 7 точно было, я не мог дно достать. Но на дне вода была холодная. А сейчас все заросшее. Неприятно, когда на болоте живешь, а не на озере. Заброшенный водоем взяли на баланс 5 лет назад. Берег очистили, сделали пляж, прогулочную набережную и фонтан. Но всю малину отдыхающим портит зеленая поверхность пруда. Администрация выделяет подряды на очистку. Но этих мер явно недостаточно. За пару дней специалистам муниципального учреждения удалось очистить практически 90% поверхности озера. Так что сейчас оно выглядит гораздо лучше. Тем не менее, рядом с берегом мы еще можем увидеть скопление водорослей. Проблема в том, что если в ближайшие дни температура будет держаться выше плюс 15, то результатов этой работы хватит максимум на 10 дней. В основном на лодках плавают и сверху соберут вот это вот. Через неделю-две опять такая же ситуация. Сюда надо загонять технику, потому что дно постоянно цветет, следовательно, из-за этого происходит сидение на самой воде. По словам челябинцев, спецтехнику, которая срезает подводную растительность, видели на водоеме лишь однажды, да и то в прошлом году. Как объяснили нам представители местного депутатского корпуса, ручную уборку водорослей организуют пока что раз в месяц. Применять же непроверенные средства опасаются. Пруд – это живой организм, поэтому использовать какие-то химические вещества, не дай бог, или еще что-то, возможно, это и дало бы эффект, но мы понимаем, что мы тем самым убьем экосистему пруда. За советом чиновники обратились к челябинским ученым. Одним из выходов может стать так называемое биоманипулирование, то есть заселение в водоем живых организмов. В начале этого лета в пруд в качестве эксперимента запустили 4000 мальков карпа. Запускается рыбка, она ест какую-то водоросль, или наоборот, какая-то водоросль запускается, которая действует на другие водоросли. Надо вот провести исследование, посмотреть, что там вырастает. Ну, быстрый процесс. Чтобы выяснить, что же влияет на цветение, у специалистов уйдет целый год, а до тех пор очистку пруда будут проводить дедовскими методами. Наталья Петрухина, Елизавета Орлова, Роман Поротиков, 31 канал.